Итак, третья часть нашего общего вступления, да, в работу. Ну, во-первых, люди бывают разные, да. У кого-то большие там локти, там вот они торчат, да. Тогда, чтобы вы его, ну, у худого человека можно и так положить руки, так, в принципе, да, передняя рука устал. Про это вопрос у нас. А если он лежит, у него локоть вот так, да, вы будете работать, постоянно его задевать, это будет как-то ему неприятно, да, и вам неудобно. Поэтому локоть просто убираем подальше. Там есть столы разные, где-то специальные подушечки там висят, подпорочки, куда руки можно убрать, да, спереди, либо сбоку. Потом, если он лег криво немножко, да, то вы не стесняетесь, прям берете его, подравниваете, вы хозяин положения, вы его пригласили. Если он возмущается, говорите, я знаю, я сейчас прощупаю, сейчас проблему найдем, успокойтесь. Некоторые там, что-то там начинают говорить такое, неважно. Вы, наоборот, вселяете больше доверия, когда вы им управляете, человеком, да, он к вам, лояльность повышается. Это еще один плюсик в вашу карму. И выровняли его по оси. Мы занимаемся ось Тео-терапии, да, божественной оси. Вот мы ее выровняли, если она подкрепила ногу, положила, да, подтянули, попросили, чтобы расслабили ноги, видите, некоторые держат. Все должно быть полностью расслаблено. И после этого накрываем простынью. Если вы простынь берете и там закопались в ней, да, там кусочком сюда, зацепились за ногу простынью, потом сюда, тут как-то за локоть зацепились, это все вам минус. Вы должны тоже быть в этом филигранны. Иногда человек приходит, я перед ним специально расстилаю простынь, которая у меня заготовленная, вот уже со складочками. Видите, видно складки посередине. Они вам помогают в работе ее раскрыть максимально элегантно, как фокусник. Вы за складки взяли, да? Раз. И у нас одним легким движением получилось пол тела накрыто. Это простынь сейчас свернута и раскрыта, получается, поперек. Но ее можно также раскрыть и вдоль. У нас есть для этого еще одна складочка, вот видите, идет. Вот она идет, складка там видно, да? Она вам подсказка. Вы берете тогда за эту складку. Ну, так, если вы накрываете, видите, тут не накрыто, тут не хватает поперек. В длину. Берем за складку изнутри и за складку с этой стороны. И легким движением раз и накрываем его либо стол вот целиком. Смотрите, как четко получилось. Все накрыто сразу. Одним легким движением. Когда посторонние это видят, они такие сразу ого, говорят. Вот, надо теперь его другую половину накрыть. Соответственно, мы работаем с той частью, с которой нам надо. Да, вот с рукой работаем. Открыли руку, вот, работаем с ней. Работаем с ногой, с одной, да, открыли только одну ногу. Работаем только с этой частью. Ну, тут нам надо будет еще ягодицу дополнительно открыть. Работаем, например, со спиной. Ноги надо прикрыть, да? Тогда сворачиваем просто пополам. Но теперь уже не вдоль, а поперек. Опять берем за эти складочки. И легким движением фокусника. Раз. Развернули за один раз. Накрыли без лишних движений и усилий. Вот, добивайтесь от точности и филигранности в ваших приемах, в ваших движениях. С вами был Олег Алавгудвин. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока. Дарю вам свет. Записывайтесь на наши тренинги. А лучше приходите сюда по видео. Многие нюансы уходят. Там многое не поймешь. А здесь мы вам поставим руки. Ну, в частности, это буду делать я, Олег Алавгудвин. Ваш покорный слуга. Пока-пока.